смартфон Sony XA2 – наследник успешных моделей Sony XA и Sony XA1. Он создан по принципу «меньше рамок, больше дисплея». Аппарат получил корпус из алюминия. Дизайнеры предлагают несколько цветовых решений. Черный Sony Xperia XA2 – самый солидный и наиболее практичный аппарат. Розовый понравится девушкам. Серебристый выглядит спокойно и вместе с тем привлекательно. А светло-синий придется по душе тем, кто предпочитает необычные оттенки. В общем, есть из чего выбирать. Эти цвета подойдут под любой современный стиль одежды. Sony Xperia XA2 может похвастаться запоминающейся внешностью. Почти всю фронтальную панель занимает экран, изготовленный по технологии IPS. Его диагональ 5,2 дюйма, разрешение 1920 на 1080 пикселей. Благодаря скругленным граням девайс особенно хорошо лежит в ладони. Проведите по экрану пальцем, чтобы активировать режим мини-дисплея. Так вам будет удобнее пользоваться смартфоном одной рукой. В основе аппаратной платформы Sony Xperia XA2 восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 630 с тактовой частотой 2,2 ГГц. Он работает при поддержке 3 ГБ оперативной памяти. Этого хватит, чтобы работать в многозадачном режиме, смотреть видео в высоком качестве и запускать современные игры. Объем постоянной памяти 32 ГБ. Чтобы расширить хранилище данных, можно воспользоваться картой памяти microSD емкостью до 256 ГБ. Но тогда вам придется выбирать две сим-карты или сим-карта и карта памяти. Емкость аккумулятора 3300 мАч. В смартфоне реализованы фирменные технологии. Smart Stamina следит за тем, как вы пользуетесь девайсом, рассчитывает оставшийся заряд и своевременно советует включить режим энергосбережения. QNova Adaptive Charging и Battery Care предотвращают излишнюю нагрузку на аккумулятор, продлевая срок его службы. Отдельного внимания заслуживает и качество воспроизведения звука. Современные технологии помогают получить больше удовольствия во время игр, просмотра фильмов и прослушивания музыки. Благодаря им каждая нота звучит четко и реалистично, а бас становится особенно мощным и глубоким. В качестве основной камеры Sony Xperia XA2 получил 23-мегапиксельный модуль, дополненный светодиодной вспышкой и фазовым автофокусом. Камера обеспечивает четкое детализированное изображение, даже если вы снимаете при низкой освещенности. На фокусировку уходит всего 0,6 секунды, поэтому вы успеете поймать в кадр и запечатлеть быстро движущийся объект. Также с ее помощью можно снимать видео с разрешением до 4К. 8-мегапиксельная фронтальная камера оборудована сверхширокоугольным объективом. Угол его обзора 120 градусов. Благодаря этому вы можете делать как обычные, так и групповые автопортреты. Их качество устроит даже требовательного фотографа. Удобный и стильный смартфон Sony Xperia XA2 с большим безрамочным экраном отлично подходит не только для повседневного общения, но и для фото- и видеосъемки, игр и просмотра фильмов. Подписывайся на наш канал и оставляй комментарии к обзору на сайте связной.ру, ведь именно твое мнение нам интересно.